Воспользоваться избирательным правом и отдать свой голос в следственном изоляторе номер один пожелали почти 800 человек. Для этого созданы все необходимые условия. Организованы избирательные участки, в помещениях установлены кабины для тайного голосования. А вы сознательно шли или вам сказали встать и идти голосовать? Как вообще? Я сознательно пошел. То есть вам обозначили время, и вы выразили свое желание? Да. А никто вас не рекомендовал вам голосовать за ту или иную партию, за ту или иную партию? Я никогда не голосовал, на сравнении. Каждому подсудимому, соблюдая санитарные правила, выдают индивидуальный комплект, в который входят маска, перчатки и ручка. Проверили, как организован избирательный процесс, члены общественного штаба независимого наблюдения за выборами совместно с секретарем Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александром Точеновым. Процесс организован, на мой взгляд, вполне корректно, вполне правильно. Присутствуют наблюдатели, членов ОНК есть. Видеонаблюдение. Единственное, что да, вот видеофиксаторы приходится сотрудникам держать в руках, не так просто. Тем не менее, очень все строго, очень все правильно, чтобы ящики для голосования были под видеорегистратором. До этого года подследственные опускали бюллетени в стационарные урны. На выборах 2021 года было принято решение провести голосование с помощью переносного избирательного ящика. Задали вопросы по поводу, не было ли какого-то понуждения к голосованию за тех или иных кандидатов, и была ли возможность ознакомиться с информацией о кандидатах в депутаты, подчеркиваю, зарегистрированных. Эта предоставленная возможность была в 100% режиме. И самое главное, что никаких препятствий при волеизъявлении людям, которые находятся в учреждении исполнения наказания, оказано не было. За определенный период времени каждому следственно арестованному был предоставлен буклет с кандидатами, тот или иной субъект, куда он избирается. Также у нас в камерах непосредственно организовано телевидение, то есть общественной жизнью наши следственно арестованные живут и знают. Всего в Самарской области обладают правом голоса порядка 2000 заключенных. На этих выборах представители общественных наблюдательных комиссий могут следить за ходом голосования в следственных изоляторах. Ранее такое соглашение о взаимодействии подписала Общественная палата с наблюдательной комиссией. Мария Ильчан, Николай Сидоров, События.